всегда интересовало программирование, и стало интересно, что такое самозанятость, в принципе, потому что о ней не говорят. Ну, как бы, если говорят, то очень вкратце и непонятно, что, как и зачем. В интернете тоже есть информация, но она не такая развернутая и понятная. Поэтому пришла сюда узнать, что такое самозанятость, и, может быть, попробовать себя в дальнейшем, как бы, стать самозанятой и уже работать. Я пока еще не знаю, как сложатся дальше дела в плане работы, и вот для этого я решил поучаствовать в проекте «Страна мастеров», чтобы приобрести опыт в сфере самозанятости. Суть проекта «Страна мастеров» – прежде всего дать знания по основам предпринимательской деятельности. Мы с ребятами сталкивались раньше с такой ситуацией сложной, то что работодателя, если работать по найму, например, они хотят, чтобы человек имел опыт работы с этими вещами. Там, да? Ну, в основном мы, конечно, здесь по программированию говорим, но, к сожалению, после колледжа такое не всегда возможно. На мой взгляд, самозанятость может дать как раз-таки толчок к реализации каких-то услуг, к сбору тем самым портфолио, в котором уже будут какие-то законченные проекты. И самое главное, это на выходе даст опыт, который всегда, конечно же, дороже всего. Я бы хотела предложить людям свои услуги как в создании, доработке баз данных или как в помощи разобраться во всем этом. Я еще не попробовала это на себе, то есть я не окунулась в это, не почувствовала заработок и все остальное. Возможно, это может стать полным заработком, то есть без дополнительных работ и всего остального. В качестве самозанятого я готов предоставлять услуги в сфере разработки баз данных, разработки каких-то первоначальных программ начальных, также разработка игр на Unity. Я надеюсь, что наш тьютор Денис Алексеевич нам поможет в этом плане, чтобы мы исполнили свою первую услугу, может быть, стали бы самозанятыми.